детские кепки сток 5 килограмм. Тут и панамки, и кепочки, и бейсболки. Удобно, что небольшой мешочек, но кепок достаточно много. Вот шапочки тут есть всевозможные. Бейсболки. Тут одинаковая такая шапочка. Ой. Позиции повторяются. То есть одинаковые. Есть повторение. Даже линявчики есть. Я думаю, да. Вот слюнявчики. Эти платочки? Нет, слюнявчики же. Ты думаешь? Да. Ты что? Да? Угу. Я думаю, это надо же, нет? Нет. Все очень-очень много. Хотя, ну так все время думаю, что мешочек маленький, 5 килограмм. Но, естественно, за счет того, что очень мало весит, то, соответственно, единиц много. Этикеты, к сожалению, не во всех есть. Вот они все могут. А то не работает, что ли? Маленькая совсем шапочка. Ну вот примерно все такое. Слюнявчики тоже, как вы видите, присутствуют. Бананки.
Мои любимые жирафы. Уже осталось немножко. Вот тут вот Бруно Банани, кепка. И последние тут панамки. На этом все.